И о спорте. Саадат Далгатова в первом круге олимпийского турнира по боксу среди женщин в весовой категории до 69 килограммов уступила спортсменке из Таиланда Байсон Манекон. Напомню, в составе команды Олимпийского комитета России на Олимпиаде в Токио в турнире боксеров выступят еще трое дагестанских боксеров: Альберт Батыргазиев, Зинфира Магомедалиева и Муслим Гаджи Магомедов. Увереннее проявила себя 19-летняя дагестанка Айзанат Муртазаева в олимпийском турнире индивидуального первенства по фехтованию среди спажисток. У нее четвертое место. В финале за бронзовую награду дагестанка уступила со счетом 8-15 Катрине Лехис из Эстонии. До полуфинала Муртазаева одержала 4 победы.